Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась за океан, чтобы принять участие в конференции ООН по климату. Она состоится в Нью-Йорке в сентябре. Из Великобритании в США 16-летняя школьница плывет на высокотехнологичной гоночной яхте с нулевым выбросом углерода. Путешествие займет около 2 недель. «Для всех, кто находится на борту, это будет непросто, но этого, наверное, следовало ожидать», — сказала Грета, комментируя спартанские условия на судне. Активистка высказалась и по поводу тех, кто не считает проблемой изменения климата. «Всегда находятся люди, которые не хотят понимать или не принимают во внимание мнение научного сообщества. Я буду игнорировать таких людей. Я занимаюсь тем, что общаюсь с учеными. И если меня не слушают, что я могу с этим поделать?» Ранее шведка говорила, что хотела бы посетить конференцию в Нью-Йорке, но принципиально отказывалась лететь, поскольку самолеты выбрасывают в атмосферу углекислый газ, водяной пар, оксиды азота и сажу. Альтернативным вариантом стала яхта, оснащенная солнечными батареями и подводными турбинами для выработки электроэнергии.